eine Liebesgeschichte. Начнем наступление завтра, на рассвете. Самое время. Алегерн, я дам тебе особое задание. Идем со мной. Мы в центре Рима. Действовать без шума. Пошли. Sie marschieren auch auf die westliche Mauer zu, Präfekt. Dann lass die Mannschaften dort verstärken. Sie werden nur zum Schein das Südtor angreifen. Der Hauptangriff wird hier sein. Aber wir haben zu viele schwache Stellen, wenn wir uns nur auf das Nordtor konzentrieren. Die schwachen Stellen werden von den Byzantinern verteidigt. Denen kann man nicht trauen, Präfekt. Keine Sorge, sie hassen die Goten fast so sehr wie wir. Wir werden ihnen einen warmen Empfang bereiten. Sie werden sich wundern. Achtung! Flanken an! Эй, Центурион, куда ты ведешь свой отряд? Ты перепутал направление. Погнал!
городе вражеские лазутчики. Они попытались открыть восточные ворота, но мы помешали. Лазутчики перебиты. Немедленно открыть ворота. Не понимаю, префект. Ты не слышал приказа? Они решат, что ворота открыли их люди. Ну что ж, они будут приятно удивлены. Открыть ворота! Ворота открыты! Алигерну это удалось! Перестроится кавалерия за мной! Вот и вперед! Прорвемся! Должны пробиться к воротам. Король ранен. Lager.